Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox Treasure Hunt Simulator. Под прошлым видео, ребята, вы набрали 2500 лайков, это просто что-то невероятное. И давайте и это же видео не обделите лайком, поставьте лайк под видео, и сегодня будет много всего интересного. Сегодня мы с вами, ребята, покупаем бесконечный рюкзак. Также мы сегодня вводим несколько кодов на всякие плюшки в этой игре. И мы сегодня сделаем с вами первый реберст. Лично мой первый ребёст. Ну что, ребята, поехали! Итак, идем и покупаем сразу же рюкзачочек. Сейчас мы подходим вот сюда, к этой штукенции. Где наш рюкзак? Как и обещал, ребята, покупаем рюкзачочек бесконечный. Вот он. Как и обещал, ребята, покупаю. Все, покупка выполнена. Робзи обещал, Робзи выполнил. Не забудь влепить лайк под видео. Это очень важно. Так, теперь у нас рюкзак бесконечный. Давайте попробуем сделать свой первый ребёст. Реберст у нас стоит 500 тысяч. Ну что, копнем? Так, у нас здесь уже кто-то копал. Надо найти поглубже ямку. О, во, ямка. Так, кто-то там уже копал. Надо дорогой песочек. Где у нас тут? Вот. Ну, не так глубоко, как хотелось. Но давайте мы сейчас попробуем, как мы быстро сможем прокопать. Так, пока песок у нас просто пролетает, потому что он всего лишь по 50. О, немножечко больше. Наш рюкзак, конечно, очень нас выручает. Без бесконечного рюкзака делать здесь, мягко говоря, нечего, ребята. Мы сейчас уже накопали 2000 песка. Я не знаю, прошлый рюкзак у меня был на 1500. Но как только мы дойдем до дорогого песка, вернее, до плотного песка, плотность которого будет больше, чем 50, начнется веселуха. Наш рюкзак начнет забиваться. Боже мой, сколько людей уже залезло в мою норку. Почему именно в мою, ребята? Зачем именно ко мне? Мне что здесь, медом намазано или что? Так, у нас пока идет песок по 50. О, по 500 пошел, по 500 пошел. И рюкзак наш стал забиваться намного быстрее. Кстати, я так и не посмотрел, поскольку копает черная дыра. Ребята, напишите в комментариях, какое количество песка выкапает за один капочек наша черная дырочка. Так, ну-ка. 500 она копает сходу, это понятно. Сейчас мы дойдем до более дорогого песка, посмотрим, сколько там будет. Так, 25-26 тысяч песка мы накопали. Нам, получается, нужно что? С первым реберстом нам нужно 500 тысяч песка? У меня нет никаких там привилегий, я просто не помню. Так, ну, ребята, ну, несерьезно, вы мне немножечко мешаете, если честно. Вот, так-то лучше. Меньше стали мешать. Так, 39 тысяч песка мы уже с вами выкопали. Сундуки, песок. Вот, песок по 1000. По 1000, ребята, мы тоже песок сразу копаем. Так, вот. Если ты знаешь, вот лично ты знаешь, сразу вот сейчас в комментик пиши, сколько максимум может копнуть за один капочек черная дыра. Потому что я почему-то забыл посмотреть. Я ее купил, но не посмотрел, ребята. Так, со своими пылесосами здесь поналетели. Так, по 1000 мы копаем очень быстро. Так, ну-ка, хорошо, идем. Сколько мы уже? 300? Ребята, мы с вами уже прошли 300 блоков. Ну да, где-то один блок в секунду, даже в полсекунды. Хорошо копает, смотрите, зараза какая, а? Так, мы уже забили на 108 тысяч рюкзак. А, да, забили, он же бесконечный. Ха, я все не могу привыкнуть пока к бесконечному рюкзаку. И, кстати, ребята, обязательно досмотрите ролик до конца. В конце видео мы будем с вами вводить несколько кодов. Я не знаю, все ли они рабочие, я перерыл много информации, пересмотрел кучу видео, нашел несколько кодов. Возможно, они вам помогут. Конечно, если у вас есть черная дыра или бесконечные рюкзаки, то вам их нет смысла вводить. А кто только начинает играть в эту игру, ну, небольшой бонус, скажем так, вам поможет. Так, мы набрали 158-159 тысяч песка. Так, нам нужен дорогой песок. Это все дешманщина. Когда будет уже по-взрослому? На каком блоке начинается взрослый песок? Единственное, чтобы сейчас не обдавилась еще яма, конечно, это будет очень обидно. Так, ну пока мы копаем, ребята. Пока мы копаем, и у нас все хорошо. Немножечко ребята не мешают, но не так страшно. Так, пока у нас плотность песка 1000. 421 блок. Когда же будет новый песок уже? Давай, Робзи, копай. В будущем, ребята, мы будем ставить, пытаться какие-то рекорды этой дырой. Лично мои рекорды. Я не знаю, у кого какие там рекорды, но у меня здесь рекордов нету. Я играю в эту игру... Третий раз, да, это третье видео по Treasure Hunt симулятору. И у нас уже есть черная дыра и бесконечный рюкзак. Да, и черный пегас, ребята, которого нам дали в придачу к черной дыре, которая стоила
1300 робуксов, если память не ошибается. Память не ошибается. Ох, каламбура. Если мне память не изменит. Так, мы уже почти покопали 500 блоков, а нового песка я все не вижу. Ребята, посторонись. Мне нужен новый песок. Кто-то бомбы бросает. Боже мой. Помогаешь копать, что ли? Так, я пока... Эй! Смотрите, кто-то бомбами не забросал. Когда же новый? Так, 500-й блок. Новый песок. Когда выйдет погулять новый песок? Песок, выходи. Так, немножечко... Вот, как бы, чтобы вы мне не мешали. Так, ребята, ну как, когда же новый песок? О, рубинчик, хорошо. Смотри, я прокопал сколько блоков, только первый рубин выкопал. Что-то мне невезуха на рубинчике совсем. Так, давай, давай, 540-й блок. Да сколько можно? Я вон с сундуков уже бабла немерено там нагреб. Тысяч, по 286 сундука. Так, ребята, отойдите чуть-чуть. Мне надо вот так вот настраивать, чтобы копать. Так, 575-й блок. Мы все еще копаем. Ждем, пока обновится наш песок. Вернее, новый песок будет. Так, по тысяче. Сколько можно, а? Итак, наконец-то мы с вами дошли до 5000-го песка. Опача, оказывается, наша дыра-то копает и 5000-ник за один копок. Она даже быстрее стала копать, ребята. Так, выключаем ее. Идем наверх. У меня какое-то свечение появилось. Что это за свечение? А, это бесконечный рюкзак так светится. А я-то думал, что это за дуристика-то такая. Так. Ой, куда я пришел? Мне же нужно продать. Так, мы накопали 593 тысячи песка. И это у нас... О май год! 3 миллиона. Отлично, ребята. Реберс сделаем. Нужно было всего-то 500 тысяч. Опача! Какое свечение прикольное. Не, вот это топчик, вот это... В смысле? Где моя... Чё за ведро? Чё за ведро? Где моя дырка? Где моя черная дырка, ребята? Так, наверное, нужно ее просто взять. А, нужно просто ее... Так, нет, рюкзак я одел. О, фух, слава богу, я думал, она пропала. Фу! Не, разработчики, вы так это... Не пугайте, ребят, вы чё? Меня шуганули маленько. Итак, ребята, мы с вами купили черную дыру, купили бесконечный рюкзак, и пришло время вводить коды. 100к. Лайкс. Отлично, получили 250 коинов. Следующий код 50. Миллион. Отлично, получили еще 150 коинов. Следующий код у нас Матрикс. Еще, ребята, 100 коинов. Это хорошо, следующий код у нас Хайпер. И мы получаем еще, ребята, с вами 100 коинов. Еще есть код Фанки. Фанки. Вот так вот. Еще, ребята, 100 коинов. Есть еще один кодик, это слово Intel. Вводим код и получаем еще 100 коинов. Итак, ребята, коды мы с вами ввели. Реберст мы первой в игре сделали. Черная дыра у нас есть. Впереди нас ждут обновления в игре. Будем пробовать какие-то делать рекорды. Вы напишите свои, кстати, идеи мне в комментарии, что можно еще сделать в этой игре. Интересного такого замутить. И мы это с вами будем, ребята, делать. Отправимся на свой остров. О, а здесь кто-то мне яму копал, что ли? Смотрите, здесь уже выкопана яма. Прикольно. Прикольно, оказывается, уже кто-то мне ее копал. Нет, надо покинуть остров, сюда прибежали сразу люди. Так, ребята, ну, на этом мы серию заканчиваем. С вами, ребята, был Робзи. Хорошего настроения, приятного просмотра и всем покедова!